После первенства России среди юниоров в Оренбурге, на котором Кагир Минатулаев стал вторым, спортсмен одержал победу на международном турнире по боксу среди юниоров в Нальчике. В соревнованиях, проходивших в сентябре, приняли участие юноши 17-18 лет из России, Азербайджана и Казахстана. Следующим важным этапом в спортивной карьере боксера стала победа на Кубке страны в Санкт-Петербурге. Там наш спортсмен выиграл все поединки с разгромным счетом для соперников 5-0. Соперники все были тяжелые, особенно финальный бой. Боксировал с местным, это еще как-то психологически влияет. На важнейший юниорский турнир российского бокса «Кубок Никифорова-Денисова» заявилось рекордное число участников – более 250 спортсменов со всей России. Победители, в числе которых и Кагир Минатулаев, вошли в состав сборной страны, и теперь им предстоит участие в юношеской Олимпиаде 2018 года. Стоит отметить также уверенную и безоговорочную победу пытьяхского спортсмена в составе сборной страны на российско-китайских играх. Кагир Минатулаев стал лучшим в боксе среди юниоров в весовой категории 56 килограмм. В боксе китайцы не такие уж сильные. У нас в основном конкуренты – это казахи, кубинцы, узбеки, украинцы. Показал, конечно, и характер, и умение, и мастерство свое. И международный ринг – это все равно немножко другое, не то, что у нас здесь дома боксировать. Она и ответственность немножко больше. Но он с этим совсем справился. Российско-китайские молодежные игры проходят ежегодно, начиная с 2006 года. По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержала сборная команда Российской Федерации. В ее копилке 44 золотых, 32 серебряных и 3 бронзовых медали. Кагир Минатулаев провел 3 боя, которые уверенно выиграл. Нашим спортсменам, в первую очередь, это, конечно, международный опыт, которого очень не хватает. Мы все деремся здесь, на территории страны, а чтобы выехать за рубеж и как-нибудь посоревноваться со спортсменами уже других стран, в первую очередь, наверное, международный опыт. По словам тренера Заура Умарова, его подопечному предстоит тяжелый и насыщенный год. Впереди первенство Европы, первенство мира, юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Сейчас это все идет у нас подготовка к основному старту. Это Россия и дальнейшие выступления, конечно, уже в составе сборной страны. Конечно, победы на ринге – это заслуга не только спортсмена, но также и тех, кто поддерживал его на пути становления. Для успешного боксера это прежде всего наставник и родная спортивная школа. Специализированная школа Олимпийского резерва, администрация школы поддерживает. Делает все возможное, чтобы и тренер, и спортсмен участвовали, выезжали. Оказываем содействие, работаем в контакте с окружным департаментом спорта. В настоящий момент Кагир Минатулаев находится на сборах в Хабаровске. Там же боксеру предстоит участие в международном турнире. В ринге это уверенный в себе амбициозный спортсмен, номер один в составе сборной страны. А в жизни простой и спокойный парень, который учится в колледже, дорожит семьей, строит планы на успешное будущее.